или трассы любого цвета. Что для этого нужно? Первое. Быть подписан на мой канал. Второе. Поставить лайк этому видео. И написать в комментариях номер лайка. Третье. Поделиться этим конкурсом в соцсети и отметить меня. Четвертое. Написать в комментариях хэштег, что вы хотите, трессы или каникулы. Через неделю я выберу двух победителей. Один получит каникулон, а второй трессы. Удачи всем! Более подробнее о конкурсе читайте в описании. Участвуй в моем конкурсе и выиграй каникулон. Мы нашли студию волос и пойдемте покупать каникулон. Каникулон – это искусственное волокно. По своему виду он максимально похож на настоящие волосы. Дреды, африканские косички и другие разные плетения с помощью каникулона помогут выделиться из толпы. Заплести косы с каникулоном – не самая простая задача, но я попробую. Для начала хорошенько расчешем волосы и поделим на две части. И завяжем хвостики. Завязываем хвостики с петухами. Ладно. Теперь цепляем каникулон. Красивый. Я фиолетово-розовая девочка. Делаем второй хвост. Берем каникулон и цепляем. Поделим волосы и каникулон на три части, чтобы заплести косичку. Вау, какая красота получается! Смотрите, как круто! Посмотрите, какая красота получилась! Мне очень нравится! Круто! А сейчас
каниколоном я хочу заплести колосок. И в этом мне поможет моя мамочка. Привет. Разделим волосы на две части. Отделяем часть волоса и закрепляем на нем каниколон. Вот мой первый колосок. Участвуй в моем конкурсе и выиграй каниколон. Трессы – это искусственные пряди волос на заколках, которые крепятся к волосам. Это возможность быть яркой, не крася свои волосы краской. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.